Так, ребята, всем привет. Мы, короче, забыли сегодня и камеру, и забыли этот. И забыли еще кое-что важное за то, зачем мы, собственно говоря, вернулись домой. Сейчас пойдем, поедем за тем, что надо по документам там, и этот. И потом, наверное, сходим кое-куда, и потом поедем в магазин. Купим все, что надо, да? Да. Так что такие вот дела. И мы сейчас опять выходим. Блин. Солнце сегодня такое солнышко, так приятно вообще, кайф. Так что все, мы опять побежали. И будем идти. Короче, какой-то день на самом деле сегодня такой туповатый, тормознутый. А так все нормально. Вот. Это так. Блин, у меня так что-то болит этот глаз, вот этот левый. Прям вообще. Вроде ничего нету, но очень болит. Ладно, поехали мы еще раз. Так, ребята, короче, мы так же ехали на 528 маршрутке. И залетели цыгане. Парень и девушка. Эта девушка вся такая грязная. Она села прямо сзади меня. И просто они типа так очень громко эмоционально общаются. И я понимаю, что они просто орут сзади. И... парень садится, а у него там колбаса, хлеб, сосиска длинная. Яблоко и это. И огурец. И все это он жует, запихается, с ней общается. Сел, значит, Андрей, как начал кашлять. Я такая повернуться, решила посмотреть. Не обплевал ли он Андрей. Короче, вышли на остановку раньше, потому что ну его нафиг. Фух. Так что такие вот дела. Короче, мы пришли в этот район, и взяли крыло сет-суши. Вот такой вот. Сейчас будем его кушать. Ждали его, наверное, минут 40, да? Так что всем приятного аппетита. Опять в трусах мыло, я задолбал ходить в трусах. Где ты делал все свои домашние футболки? Я их все использовал. Тогда вот, возьми. Ну. Короче, ребята, знаете, куда мы сейчас идем? Знаете, куда мы сейчас идем? Мы идем к родителям пить текилу. Вот. И завтра на первую пару на физкультуру идем. Мы идем. Мы вот реально мы идем на первую пару на физкультуру завтра после текилы. Ира, ты ребятам пообещала пойти, вот, все. Так что вот такие вот дела. Так что мы сейчас пошли и потом вернемся и будем пьяненькие заканчивать влог. Здравствуйте. Ребята, всем, короче, спокойной ночи. Мы уже пришли домой, сейчас будем ложиться спать. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И мы вас любим очень-очень. Всем спокойной ночи. Пока-пока. Ребята, всем доброе-предоброе утро. Мы идем уже на пары. И посмотрите на его большую сраку. Я, короче... Я не знаю, что я так, типа, посмотрела на него, не знаю, он как-то так толстеет иногда, особенно как-то в попе, вот именно попа становится такая какая-то круглая у тебя. Короче. Не попа, не большая. Нормально мы себя чувствуем утром сегодня, вообще прекрасно. Проснулись, сейчас идем на пары. Да? Да. У нас всего две пары по пятницам. Просто я пообещала англичанке, что в эту пятницу мы уже точно придем. Впервые за этот второй семестр, пятый это какой-то. Ну, короче, впервые за долгое время. Это шестой семестр. О, спасибо. Фух. Так что мы идем все-таки уже на пару. Хотя так хотелось там пойти, но... Я же пообещала, придется сдерживать свои обещания. Так что такие вот у нас дела. Так, ну что, мы уже ездили домой, сейчас вышли, едем на Дарницу.
И я дочитала наконец-то книжку «Жестокие игры». Мне безумно понравилась эта книга. Я себе накачала еще кучу книг. И одна из них, вернее, две из них, тоже Джоди Пиклз. И сейчас вот буду начинать читать, когда будем ехать. Потому что я вообще восхищена этой писательницей. Едем на Дарвице, потом еще куда-то, а потом еще куда-то. Посмотрим. Так что будем сейчас по делам гонять в пятницу. Она не мигает. Но уже начала съемка. Здравствуйте, ребята. Я с вами сегодня не здоровался. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мы вас любим очень и очень. Всем спокойной ночи. Очень как-то скучно вышло. Угу. Ну ничего страшного. Короче, ребята, извините за сегодняшний короткий влог. Мы просто ездили по делам и очень были разочарованы, когда у нас дела не те, камеру были... выше. Когда у нас дела были не те, которые мы хотели, да? Да. Так что все, всем спасибо за просмотр, всем пока-пока. Я отдуваюсь в конце. Пока-пока.